Нет, это прежде всего говорит о том, что в Армении нет разведки. Не было до сих пор. Не было до сих пор, но, собственно, и нет еще. Создать разведку — это сложно. И не в последнюю очередь, очевидно, это было одной из тем, которые обсуждались, возможно, и директором ЦРУ, который приезжал сюда.